Привет, гости и подписчики нашего канала. Сегодня мы расскажем вам, как изменить IP-адрес. Для начала откроем Google Chrome и перейдем на сайт 2ip.ru. Запомним наш IP. Теперь переходим по ссылке, которую мы оставим в описании под видео. В появившемся окне выбирайте страну. Давайте для примера выберем США. Тип прокси ставим галочку возле HTTP и выбирайте анонимность. Кликаем «Показать». Желательно выбирать, где скорость самая маленькая. Копируем наш IP и запоминаем порт. Теперь переходим в настройки и управление Google Chrome. Выбираем настройки. Внизу нажимаем «Дополнительные». Опускаемся в самый низ и в разделе «Система» нажимаем «Настройки прокси-сервера». В появившемся окне во вкладке «Подключение» нажимаем «Настройки сети». Теперь ставим галочку напротив «Использовать прокси-сервер для локальных подключений». Кликаем на кнопку «Дополнительно». Вставляем наш IP-адрес и прописываем порт. Ставим галочку возле «Один прокси-сервер для всех протоколов». Кликаем «Ок». Проверяем наши действия. Обновим страницу с нашим IP. Все получилось, мы успешно изменили наш IP-адрес. Кому помогло видео, обязательно ставьте лайки и оформляйте подписку на канал. Пока-пока!